Анна Хилькевич и ее возлюбленный вместе более 4 лет. В прошлом году в их семье произошло пополнение, на свет появилась дочь Ариана. Несмотря на плотный график, супруги стараются как можно больше времени уделять друг другу и малышке. Об этом свидетельствуют фотографии в Инстаграме. Актриса поделилась секретом, как ей удается избежать конфликтов с мужем, несмотря на импульсивный характер. По ее словам, устраивать такие разговоры каждую неделю не обязательно. Они проводят их по мере необходимости, когда накапливаются претензии друг к другу. Это помогает решить проблему до того, как ситуация накалится. При этом совсем недавно в сети ходили слухи о том, что Хилькевич и Волков поссорились и даже собираются разводиться. Поводом для этого стали фото в микроблоге артистки, опубликованные во время отдыха в Хорватии. На них молодая мама позирует, в основном, с малышкой Арианой, а вот супруга в кадре нет. Общественность немедленно сделала выводы о расставании. Анна ответила на домыслы злопыхателей. Выглядываем и ждем нашего папу. Уже кто-то пишет в комментариях, что мы развелись, потому что отдыхаем раздельно. Ну как так-то, ребят, подписала она один из снимков. Поклонники поддержали актрису. Счастье и здоровье вашей семьи — это главное, а все остальное ерунда. Ох уж эти глупые комментаторы, эксперты любят ставить диагнозы и точки в чужих отношениях, высказались они. Сейчас в семье Хилькевич и Волкова царит гармония, и секретов друг от друга у них нет. Они даже знают все пароли от смартфонов, специально мы телефоны не просматриваем. Но, бывает, я и сама к мужу на плечо головку положу, обниму его, а глазками туда, в его телефон, признается девушка в интервью 7 дням. И думаю, это совершенно нормально. У каждого есть свое личное пространство, и все-таки оно у нас общее.